Ко дню защитника Отечества и 70-летию Великой Победы 100 семей военнослужащих Талдыкурганского военного гарнизона получили ключи от новых квартир. Общежитие семейного типа построено по заказу Министерства обороны. В нем 52-комнатных и столько же однокомнатных квартир. В следующем году в городе планируется построить еще один многоквартирный дом для военных. А по словам представителей оборонного ведомства, такие вот жилые объекты сейчас строят во всех военных гарнизонах нашей страны. По поручению Верховного Главнокомандующего Республики, все казахстанские военнослужащие, имеющие 10-летний стаж службы до 2017 года, должны быть обеспечены жильем. Стаж службы у меня 17 лет. Все время это мы жили в небольшой квартире. Теперь вот получилось 38 квадратных метров. Сейчас теперь сюда перешли уже 53 квадратных метра. Поэтому все так думают. И моя жена, вот дети, все очень мы рады. Просторно, все полностью. Удобство есть.